Добрый день, уважаемые братья. Здесь уже было сказано, потому что у нас на сегодняшний день в Пермском крае не только борцовское братство, но и спортивное братство. Вы видели, что вас приходили награждать наши величайшие спортсмены, и габалисты, и пловцы, и борцы, и биатлонисты. Но я бы сегодняшний тост начал с одного великого слова «мама», потому что сегодня так случилось, что сегодня у нас с вами День Матери. Вот давайте все нальем и первый тост поднимем за своих матерей, за своих жен, которые родили нам детей, вот за этих великих людей, потому что не было бы их, не было бы, наверное, ни борцовского братства, не было бы ни борцов, никого. Давайте вначале поднимем и выпьем за мам, а потом я продолжу поздравления от себя лично. Лех, наливай. Борцов, потому что он говорит, среди борцов нет ветеранов, да? Есть борцы, потому что это имя пожизненное. Он поздравляет всех с 20-м юбилейным чемпионатом, благодарит всех за тот, наверное, спортивный подвиг, потому что, как мне здесь один представитель Кургана подошел, Владимир Александрович, мне 70, меня в следующем году не допустят, не окупать, допустят тебя, пока у тебя есть желание бороться. Борцовская семья своих не вычеркивает из списков, потому что это пожизненная такая, как бы, наша программа. Я бы хотел, наверное, в первую очередь вас всех поблагодарить за то, что вы уже 20 лет приезжаете в наш город Пермь, поддержать, наверное, ту здравую инициативу, которая объединила нас всех еще больше, которая дала толчок в развитии ветеранского движения греко-римской борьбы в мире. И первый чемпионат мира, 10-й мы провели в нашем городе Перми. Мы сейчас будем подавать заявку на 2013 год на чемпионат мира. Так что в этой ситуации я предлагаю вам всем готовиться, потому что, вы знаете, мы всегда рады вас видеть на славной пермской земле. Пожелать, наверное, самое главное всем вам. Вот того здоровья, той веры в себя, той любви к нашему уникальному виду спорта, одному из самых древних видов спорта. И, конечно, в этой ситуации от всего, наверное, молодого поколения, потому что сегодня на этих коврах борется и наше подрастающее поколение, которым вы показываете свой пример, как надо биться до конца. И на 10-м чемпионате мира, когда приехал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Белоглазов, он сказал, та самоотдача, которая идет на этих коврах, вот куда надо привозить молодые наши сборные и показывать, как вы самоотдачей боретесь. Да. Это, наверное, дорогого стоит, чего, может быть, не хватает сегодня нашей молодежи, потому что на мире только одна золотая медаль. Да. А те дорогие традиции наших ветеранов, которые там приезжали с большим количеством золотых медалей чемпионатов мира, как бы им есть на кого равняться. Вот я, наверное, от всего нашего спортивного братства, потому что Пермь уникален еще тем, что здесь все виды спорта – это большая единая семья. И, наверное, радость в том, что мы, защищая честь на разных международных соревнованиях, болели не только за борцов, а болели и за габалистов, и за пловцов, и за боксеров, и за штангистов, за все виды спорта, которые есть в нашей великой стране. Потому что мы все гордимся успехами наших великих победителей. Вот я бы хотел поднять и налить бокал, и выпить вместе с вами вот за то великое слово «дружба», которое у нас есть, которое нас объединяет, и которое дает нам возможность жить, радовать успехами, наверное, своей семьи, потому что успешные дети – успешные родители. Успешные родители – успешные дети. Я хотел поднять слово за великое слово «дружба». Давайте за вас, за всех. Ну что ж, друзья, я хочу пригласить вновь зрителей, достойные соперники на борцовских коврах и просто друзья по жизни. Ведь для многих, приехавших на турнир, это еще одна уникальная возможность доказать, что вы многое можете в этой жизни. И, конечно, это просто приятная встреча старых добрых друзей. Участники целый год ждут этого события, готовятся к нему. И затем с трепетом, в ожидании побед, встреч и чуда съезжаются в наш город. Спасибо вам, что вы снова здесь. Спасибо вам, что вы снова вместе. Огромное борцовское
братства! С праздником!